Всем здорово, с вами Старпёр, и это третья часть прохождения Resident Evil 2 за Леона. В прошлый раз я зафейлил, не просчитав количество свободных слотов в инвентаре, и поэтому мне пришлось добираться ножками до сейв-рома, чистить инвентарь, и теперь придется возвращаться обратно за крюком, который мне необходим для продвижения дальше по сюжету. К счастью, бегать здесь не так, чтобы сильно далеко было, поэтому я надеюсь, что... Ну вот это было совсем не обязательно. И теперь меня еще сейчас могут и убить, и... Да, в общем, все плохо. С другой стороны... Я сейчас доберусь до парковки. На парковке стоит зеленая трава. Я ее смешаю с красной и полностью восстановлю себе здоровье. Сильно я не уверен, что то, что я сделал, стоило того. Но ладно, хрен с ним. Пускай будет так. В конце концов, я не умер, так что все могло быть хуже. Так, видите, я ковыляю, но жив, то хорошо. Так, чуть-чуть осталось, я уже почти добрался. Вижу цель, не вижу препятствий, и вот. И вот я на месте, ура. Все, я снова в пряди. Жаль, конечно, что потратил я потенциально полезный предмет вот так вот глупо, но что поделать. Переигрывать ради одной травы красной, ну, точнее смеси красно-зеленой травы, я явно не буду. Так, нам сюда сначала. Заберем пленку сразу, которую я позже проявлю в проявочной. А сейчас я заберу крюк. Или лом. Что-то я забыл, как он называется, но в принципе роли это никакой не играет, главное функционал, а с ним он справляется. Так, возвращаемся обратно. Вот сюда нам нужно зайти. Маленькая проблемка может быть в том, что сейчас внизу будет тоннель с двумя пауками. И, в общем-то, можно их попытаться задоджить. Но у меня это получается плохо, как вы видите. Вообще как-то отвратительно. Но меня не отравили, и то хлеб. Опять-таки, все могло быть гораздо хуже. У меня даже здоровье хорошее, кстати, до сих пор. Что совсем уж интересно. После двух подач от пауков. Так, заберу я траву. Я заберу катушки со стола. И сброшу их в ящик, пускай лежат там. Вот так вот. Так, справа тупик, ну такой условный, а сюда нам нужно зайти, чтобы запустить кат-сцену следующую. В комнате пока что нас ничего не интересует, поэтому я сразу выхожу, и давайте снова повстречаемся с Адой. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check.
How cute. That little girl must have dropped this. I think I'll hold on to it for her. Когда доползла в этом, ну, залезла в вентиляцию, мне почему-то сразу вспомнилась шестая часть Резидента, компания Заду, где она тоже в самом начале ползала по всяким узким пространствам, и ракурсы камеры были такие довольно интересные. Ты, может, перестанешь целиться? Не помню куда. Спасибо. Совершенно наплевать на потери здоровья, главное, чтобы не убили. Как и Шириада будет лечиться сама каким-то образом. Между теми случаями, когда мы ее играем. Так что все ок. Так, этого типа я тоже убью, потому что мне хочется. Хотя он лежит так, что это совершенно не обязательно. Давайте сразу сходим вот сюда. Здесь будут патроны для дробовика для Леона, который Ада ему отдаст. Как вы помните, Шерри забирала заряды для гранатомета, отдала их Клэр. Но Ада забирает патроны для дробовика. Все, больше в комнате ничего нет, возвращаемся обратно. Как мог, я оттягивал. Вот эту комнату, потому что сейчас здесь будет то, чем занималась Шерри. А точнее, мы будем двигать ящики, как вы уже поняли. Ненавижу я этот тип, ну, не знаю, активности, наверное, в Резиденте, потому что, на мой взгляд, они скучные, но почему-то разработчики все время их вставляют. Конкретно вот эти ящики я уже двигаю второй раз, и, блин, поверьте, какого удовольствия. Спасибо хотя бы, что Ада не такой дрыщ, как Шерри, и делает это немножко быстрее, и забирается на них побыстрее, в общем. Таким образом, это отнимает куда меньше времени, чем у Шерри. Все, давайте карабкаться обратно. Будем запускать насос и заполнять резервуар водой. Здесь у нас будет трифовый ключ. И как вы помните, именно на такой замок закрыт морг. То бишь, сейчас я дам ключ Леону и смогу зайти в морг и забрать все предметы, которые оставляла ему Клэр. То бишь, там автомат и подсумок, который увеличивает инвентарь на 2 слота. Надеюсь, что когда у меня инвентарь станет настолько большим, я перестану, блин, путаться в количестве пустых слотов. Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Окей, Клэр нам намекнула, что уже можно, короче, идти к ней. Она взорвала наконец-то стену рядом с разрушенным вертолетом. Но я туда пока что не пойду, потому что есть у меня еще пара дел, которые я хотел бы закончить до того, как я схожу в то место. Так, этого паука, по-моему, убежали. Еще один остался, и все-таки он мне дал пища. Увы. Но не отравил, и то хорошо. Так, давайте глянем. Все нормально. Возвращаемся в основной подвал. Сейчас нужно парковку будет пробежать.
А здесь отреспавнились собаки. Но если я все буду делать быстро, то, скорее всего, не получу урона от них. Ну, просто буду их игнорировать, так что давайте пробовать. Нет, не получилось. Нет, не получилось. Так, ну ладно. Сейчас у меня, по идее, желтое здоровье, а это не критично, в принципе. Да, все так. Так, отреспавнились здесь зомбаки, к сожалению. Он мертвый или нет, я не могу понять. Ну, наверное, да. Все, и с ним мы разобрались. Можно заходить в морг. Так, здесь нас ждет два лизуна. Очень мерзкие типы, но получилось убить их, потратив только одно деление здоровья, ну, точнее, получив один удар. Можно было лучше, естественно. Но я считаю, что даже это неплохо. В таком узком пространстве я обошелся, в общем-то, малой кровью. Все, карточка есть. Погнали за плюшками и бонусами. Наконец-то. С этого момента моя жизнь станет немножечко проще за Леона. И это прям отличная новость, потому что что-то я уже забодался экономить патроны, ну точнее как экономить. Я их не сильно экономлю, но каждый выстрел меня расстраивает. Так, ну вроде бы здесь все, так что давайте забирать самое вкусное. Сразу буду вооружаться и автоматом. Ждет меня сейчас заруба. Пускай с обычными зомбаками, но их будет очень много, поэтому не хочу я рисковать. Лучше их расстрелять и не парить себе мозги, в общем. Так, не сюда, возвращаемся. Ну, вроде все. Так, что-нибудь здесь? Нет. Так, это комната сторожа. Здесь у нас есть патроны для дробовика. Замечательно. Есть сам сторож, которому не очень хорошо. И патрон для магнума, что еще круче. Так, дневник ничем не отличается от дневника, который находила Клар, поэтому просто сваливаем отсюда. Так, сверимся с картой. В общем-то, я могу сразу пойти использовать трифовый ключ последний раз. И знаете, я так и сделаю, наверное. Почему бы и нет? О, и траву еще можно забрать. Как здорово, что я ее оставил здесь. Предусмотрительно. Так, там тот тип с другой части стола, поэтому здесь я могу просто пробежать. Никто меня не обидит.
Готово. Один раз при загрузке мне, короче, написали подсказку о том, что убивать зомби — это не единственный способ выжить в Raccoon City. Как бы намекая на то, что, блин, чувак, отбегай их почаще. Ведь это так легко. Ну вот как-то оббегать не про меня. Особенно, когда их несколько, начинают теряться, пугаться. И ничем хорошим мои оббегания не заканчиваются, как правило. Свидетелем чего вы уже неоднократно были. Так, выбрасываем последний, точнее, трифовый ключ. Последняя дверь была, которым нужно было его открывать. Это комната с шестеренкой и маленьким пазлом, который сейчас мы быстренько решим, потому что он ничем не отличается от пазла у Клэр. Та же последовательность. Готово. Опа. Здравствуйте. У меня есть автомат, как вы? Какие ваши впечатления? Расскажите, пожалуйста. Ему понравилось. Смотрите, как он качается довольно. Так, что здесь? Патроны для пестика, окей. Забираем шестеренку. И можно отсюда выходить. К сожалению, пролезть через дырку в стене нельзя, поэтому приходится пользоваться дверью. И оббегать опять по кругу это все. Бах. Немезис бы тобой гордился, чувак. Опять дадем хорошенький зажимчик. Выманим его в длинный коридор. И вот он опять оценил по достоинству мой зажим. И за это презентовал коробку патронов для дробовика. Сугубо положительный персонаж этот ваш тиран. Так, дайте-ка подумать, что теперь делать нужно. Давайте на карту посмотрим. Теперь нужно идти на второй этаж Клэр, которая пробила там двери. Но я не буду этого делать. Не-не-не. Я пойду пленку проявлю сначала. И потом уже пойдем по местам боевой славы Клэр гулять. Может, чего-нибудь там для нас осталось хорошего и интересного. Так, вот так вот будет быстрее пройти к проявочной, так что пойдем коротким путем. Не будем изобретать велосипед здесь, тем более зачищена локация, никого нету. И ходить по таким одно удовольствие. Ну вот мы и на месте. Пошел бы, если бы я первым путем, которым я ходил в самом начале игры, то это заняло бы куда больше времени. Ну а так, видите, две двери и на месте. Так, чего тут у нас? Забираем пленку, сбрасываем патроны. Ну, эту смесь я, пожалуй, оставлю. Ну, пусть будет так, в общем. Пленка С. Код развития. Тесту 3. Благодаря ускоренному по сравнению с предыдущей серией метаболизму, этот субъект обладает уникальными регенерационными способностями. Индекс данных PHX016. Да, регенерирует этот парень действительно очень здорово. Вопросов нет. Ну вот, все остальные его боевые способности вызывают у меня сомнения, скажем так. Он очень медленный.
когда подходит к цели, начинает тормозить еще больше, как вы заметили. Ну и, в общем-то, кроме регенерации выдающейся, если его держать на расстоянии и кайтить, то никакой опасности этот тип не представляет. Так, сейчас, значит, я по лестнице в холле поднимусь на балкончик и пойду в комнату секретарши, но оттуда уже прямой рукой можно, точнее, рукой подать до комнаты кабинета шефа полиции. Главное перестать упираться в каждый угол, который мне встречается по дороге, и тогда я это еще быстрее буду делать. Так, убью я этого типа сразу, здесь мне еще придется бегать. Вдох, вдох, отлично. Чтобы не мешал мне в будущем, решил я от него избавиться. Смотрим, есть у меня два слота. Прекрасно. Так, здесь тоже локация зачищена, так что просто заходим. По-моему, с Кларой здесь встречаться не должен, они уже шире пылили куда-то. Так, ну давайте пошарим по ящикам, может, что-нибудь найдем. Нет, ничего нету, только дневник шефа, который мы уже читали за Клэр, поэтому чтиво это мы опускаем и сруливаем в эту дверь. Чучело тигра нас по-прежнему не интересует никак. А интересует нас, как ни странно, рукоятка, которую Клэр там нашла едва ли не в самом начале игры. Но нам пришлось побегать. Ну вот она здесь лежит. В красивом сундучке. Довольно странно это все. Сожрать, что ли, траву? Я вот думаю. Или порисковать пока что. Так, давайте смотреть. Дневник секретарши мы тоже читали. И больше вообще ничего здесь нет. Окей, выходим, значит, просто. Так, судя по музыке. Снова отрегенерировал наш чувачок. Но на этот раз он как-то совсем быстро сдался, если честно. Так, что же там? Патроны для магнума. Замечательно. Сколько у меня патронов? 6%. Сойдет. Кого-нибудь еще даже успею грохнуть. Так, давайте-ка подумаем, как это мне сейчас лучше поступить. У меня есть и шестеренка, и ручка. А, так, ё-моё, я все равно через секретаршу буду проходить. И там я как раз все и скину ненужное. Но, в частности, обойму для магнума я выброшу. Так, 32 патрона у меня уже для магнума. Это очень много, как мне кажется. Главное не накаркать, потому что у Клэр были огненные заряды для гранатомета, которыми она могла убивать зомби-растения в лаборатории, ну, если вы помните. А вот у Леона никаких огненных снарядов нет, и я, в общем-то, пока в раздумьях, чем их убивать надо будет. Предполагаю, что магнумом, да, следовательно, придется тратить для него патроны, и пока что не хочется каркать, что у меня их много, потому что их внезапно может стать мало. Так, заходим сюда.
Здесь ликера нет, в отличие от компании за Клэр. Поэтому спокойно пробегаем и никого не боимся. Все, здесь мы все сделали. Поднимаемся на второй этажик. Сейчас будем вставлять шестереночку. Конечно, будем жать. Для чего я сюда пришел вообще? Забираем последнюю фигурку шахматную. И разработчики над нами сжалобились. И дали нам fast travel в подвал. Вот такой вот. За что им большое спасибо. Да чего противный же звук, когда у него глаз вылупливается. Обратили внимание? Просто жесть. Ладно, пойдемте. Поговорим с Беном. Бен! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Бен! Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Oh, get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Леон. Письмо мы шефу читали. Это копия, она точно такая же, ничего нового нет. Так что пропускаем. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Леон, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. Claire! Claire! Wait, wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Так, все. Бен мертв, больше с него взять нечего, кроме копии письма. Поэтому можно сваливать отсюда. Так, и все время я почему-то стараюсь пробежать мимо этой двери, хотя нам именно сюда и нужно. Так, спускаемся. Здесь опять нас ждут пауки. Вот не знаю я, как поступить, если честно, оббегать их или убить из автомата. Наверное, буду пытаться оббегать. Как же вот он неудачно-то, божечки. Ой-ой-ой-ой-ой. Окей, придется жрать траву. Прямо посреди прохода он стал. Как его не задоджить? Ладно, нормально сойдет. Заходим сюда. Забираем фигурки шахматные. И я вот думаю, может быть, стоило бы... Ладно, сойдет. Хрен с ним. Думаю, я справлюсь. Двигаем сюда. Здравствуйте, мистер Беркин.
Че, какие дела? Клёвая рука, стильно, модно, молодежно. Труба вообще огонь. Что-то вы хотите с ней делать? Недоволен, ну и недоволен. Вот, наверное, зря я сюда зажался. Патроны закончились. Чё, берем дробаш. В общем, я хотел взять... Ну, была у меня мысль. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что он ждет, пока я встану. Такой джентльмен, знаете. Хотел взять магнум на эту разборку. Ну ладно, хрен с ним. Все. Давай, до свидания. Ну что же, один раз по горбу получили, но не смертельно. Так что будем считать, что все успешно для нас завершилось. Вставляем все фигурки. Пофиг, какой последовательности вставляются, не автоматом в нужные слоты. Ну и заходим в эту нашу дверьку, столь долгожданную. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere, not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Вот мы получили наш собственный хвостик. Теперь за нами будет бегать Ада. В отличие от Шерри, к счастью, она не отстает, не присаживается посреди толпы зомбаков, чтобы посидеть. Поэтому будет этот отрезок попроще проходить. Не надо будет за ней возвращаться все время. Так, я промазал мимо травы и активировал дверь, ну и хрен с ним, ладно. Давайте изучим, что здесь есть. Такой вот ящик, но очевидно, что он какой-то крутой. Очевидно, что надо бы его подвигать было вот таким вот образом. Так, факс смотрителя мы тоже читали. Здесь патроны. Сбросим автомат. Еще он нам понадобится, но не сейчас. Так. Все, ладно, пускай синяя трава лежит. А хотя нет, зачем она нахрен надо? Выбрасываем и синюю траву тоже. И давайте пойдем на склад. За квартом был один зомбак, который не представлял какой-либо опасности. Ну а здесь вот зелено как-то темно и страшно, если честно. Что-то как-то... В темноте ничего не видно. Окей, а как? Понял. Так, патроны для дробовика. Прекрасная находка. Еще что есть? Одна коробка патронов, что ли? Серьезно? Так мало? Так, опять темно. Где-нибудь здесь есть лампа какая-нибудь? Вот она. Отлично. И вот еще кое-что мы отыскали. Патроны для магнума. Замечательно. Больше бы желать было бы глупо.
неплохо мы разжились патронами, так что я, в общем-то, очень даже доволен. Ада, кстати, не захотела с нами спускаться. Я ее, в принципе, понимаю. Лазить по каким-то непонятным лестницам — это явно не про нее. Так, складируем патроны. Забираем катушки. И давайте поюзаем машинку. В общем-то, все на этом. В следующий раз я уже буду шариться по этой локации. В полицейский участок я не помню, вернусь или нет. Наверное, нет, хотя там осталась одна закрытая дверь. Не помню, ладно, разберемся. На этом буду заканчивать. С вами был Старпер. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем счастливо!